Новый Ford Focus Wagon замечен на тестах. Ford Focus Wagon следующего поколения был замечен в Испании. И хотя автомобиль скрывается под камуфляжем, основные линии и элементы экстерьера хорошо видны. Широкая овальная передняя решетка окружена угловатыми фарами. Отлично видны характерные семейству передние крылья, ветровое стекло и пологая крыша. Значительно больше, чем у предшественника, задние окна и немного больше задний спойлер. Ожидается, что Focus следующего поколения будет несколько шире и длиннее, но так ли это, мы узнаем позже. Информацию о моторной линейке производитель держит в секрете. Вполне возможно, что это будут 3- и 4-цилиндровые моторы. Возможно, будут и версии с гибридными и электрическими силовыми установками. Источник: CarScopes. По материалам сайта newsgro.com.